На одном из российских заводов уже почти месяц идет сборка реанимационных автомобилей для Приднестровья. Фотографии будущих машин скорой помощи на неделе появились на сайте российской организации «Евразийская интеграция». Напомним, именно по линии этого объединения в республику уже в июле должны поступить 4 реанимобиля, один из которых будет неонатальным. Он будет предназначен для перевозки новорожденных или недоношенных малышей, а также для оказания реанимационных услуг, проведения интенсивной терапии и мониторинга жизненно важных функций тяжелобольных детей. Машины будут переданы Приднестровью в качестве гуманитарной помощи по поручению зампреда российского правительства, специального представителя президента России по Приднестровью Дмитрия Рогозина. Кроме того, на сайте можно увидеть и то, как будут выглядеть остальные проекты евразийской интеграции в Приднестровье. Напомним, их всего 12. Это и детские сады, и школы, и корпус медицинского факультета Приднестровского госуниверситета.